Здесь все готово. Если хотите, можете проходить. Пожалуйста. Пелин, просыпайся, завтрак готов. Я еще посплю. Я же сказал, она еще будет спать. Тогда передам вам чай. Спасибо. Вы, наверное, привыкли рано просыпаться, да? Привычка из-за работы. Я и в армии не спал. Не хотелось спать. А вы? А... Мы с Эйран и мамой, когда жили в Антепе, просыпались рано и готовили завтрак. С детства так. Всегда так было. Я никогда не спала, как Пелин, до такого времени. У вас не было слуг? Нет, только мы. Папа не любит, когда дома чужие люди. Хотите пирог? Спасибо. Может, вы теперь тоже сможете спать спокойно, как Пелин? Кажется, это пока невозможно. Это жизнь. Человек не знает, что и когда произойдет. О, проснулись в такое время. Ну, вы молодцы. Доброе утро. Доброе утро. Так вкусно пахнет. Это омлет? Да, я отложила тебе на кухне, сейчас принесу. Хорошо. Эй! Брат Абедин, послушай, кажется, тебе нравится Суна, так? Я права? Что ты говоришь с утра пораньше, Пелин? Я разбираюсь в таких делах. Но Суна – неправильный выбор, будь осторожен. Это дружеский совет. Я не знаю, что ты там поняла, но ничего такого нет. Заметно. Спасибо. Приятного аппетита. Госпожа Суна, можем выходить после завтрака. Ферит тоже скоро выйдет. Хорошо. Мы могли бы попить кофе.